Нормально, смотрите, уже первые лайки полетели. Скоро начнем трансляцию. Нам пора включаться в эфир. Hello, как говорится, друзья. Мы снова на Кузнецком мосту с группой Гаура Шакти. Сегодня прогуляемся с кришнаитами по самому центру города. Будем петь их чудесную песню Хари Кришна Мантру. Расскажем, что это за песня, зачем ее поют кришнаиты, кто это такие вообще. Меня зовут Сергей, я буду с вами сегодня на трансляции, буду вам рассказывать все, что буду видеть, снимать отличные ракурсы. Будем вместе с вами, пишите комментарии, ставьте лайки, вижу уже сердечки летят, надо больше сердечек. Ждем ваших репостов, репостите трансляцию, ставьте сердечки под трансляцией, чтобы наш эфир поднимался в топе, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться. Спасибо всем, кто уже присоединился. Поехали! Немножко послушаем Хари Кришна мантру, как она звучит. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Сегодня шикарное музыкальное сопровождение у Харинамы, как видите. Разнообразие музыкальных инструментов. Сегодня мы увидим супер красивые танцы вайшнави, девушек кришнаитов. Посмотрите, там стоит огромная толпа. Люди снимают, машут харинами. Это туристы, которые приехали в Москву. Им рассказывают, что вот одна из достопримечательностей Москвы нынче — это харинама кришнаитов. А если кто-нибудь может, напишите, пожалуйста, в чат Харе Кришна мантру, лучше вот построчно, чтобы было удобно читать для тех, кто впервые с нами сегодня, чтобы смогли ее петь тоже, ну и понимать вообще, да, эту мантру, услышали. Сегодня киртан ведет прославленный певец. Во всех трех мирах прославленный певец киртанье Джанардана Дас. Сегодня будут самые любимые мелодии, которые мы уже знаем. С нами сегодня возвышенные браманы Махабхарата Прабху со своей супругой. Сегодня мы вам покажем, на что способны кришнаиты на улицах Москвы. Сегодня вся Москва затанцует. Вы увидите, что люди настолько счастливы, соприкасаясь с харинамой, с воспеванием этой Харе Кришны мантры. И мы поговорим с вами, что за мантра такая чудесная, заставляющая людей испытывать счастье. Вот видите, там на балкончике люди снимают, из окон высовываются. Очень привлекательный праздник. Каждую субботу мы здесь гуляем с этими ребятами. Я вот уже лет 10 с кришнаитами общаюсь. Много узнал, много могу рассказать, поделиться своим опытом. Здесь немного пересекаемся с местными музыкантами. Просим прощения, да, за это небольшое наложение звука. Ребята милостиво решили не играть пока. Спасибо им огромное, чтобы, да, не создавать, да, такую какофонию. О, они нам сейчас даже подыграют. Все таланты задействованы для служения харинами.
отвечу на вопрос из чата, какой у нас сегодня маршрут. Сейчас мы пойдем по Большой Дмитровке, повернем на Петровку, на улицу Петровка, пойдем до метро Трубная и затем свернем на Чистые пруды. А у нас здесь огонь пошел. Открывайте уши, давайте танцевать. Я думаю, каждый ощущает, даже по ту сторону экрана, движуху, которая здесь сейчас происходит. Вот я вижу людей там, которые идут, хлопают в ладоши, просто шли мимо, решили пойти с нами. И это только начало, дорогие друзья. Приготовьтесь сегодня выложить все свои эмоции. Кто присоединился к трансляции, пожалуйста, жмите репост трансляции, отправляйте в чатики на стену к себе. Привлекайте друзей, пусть они также увидят эту красоту, послушают эту прекрасную мантру. Не обделите своих друзей. И обязательно ставьте лайки под трансляцией, отправляйте в чат сердечки. Давайте воодушевим друг друга, продвинем нашу трансляцию в топе. Москва обычно красиво украшена, здесь вот висят такие золотые украшения. Очень красиво, но когда приходит Харинама, вот это вот обычная серая, да, обычно Москва, она превращается вот в такой праздник. И где звучит эта мантра «Харе Кришна», люди просто почему-то становятся счастливыми. Мы попробуем разобраться в этом. Отец с ребенком остановились послушать. Махали рукой Харинаме. Просто незнакомые люди, представляете? А кто бы не помахал? А, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чат Харе Кришна мантру кто-нибудь. Чтобы наши дорогие друзья, кто только присоединился, кто пока еще не знаком с этой песней, могли ее видеть перед глазами и подпевать, да. Да, в чате пишут, еще бы деньги разбрасывали, чтобы народ веселей был. Но на самом деле это было бы неинтересно, все сказали бы, ну вы деньги разбрасываете, вот они веселые. Но в том-то и дело, что люди даже бывают сами еще жертвуют деньги, потому что так красиво это все. Да. Итак, по какому маршруту опять спрашивают, мы идем. Мы сейчас находимся на... свернули с Кузнецкого моста в центре города прямо. Мы повернули на Большую Дмитровку. Сейчас мы пойдем до метро Трубная. Кто хочет присоединиться, ловите нас там. Мусульмане, христиане, все счастливы при виде Харинамы.
Но я вот уже, как говорил, 10 лет уже, общаясь с кришнаитами, попробовал то, что они делают. Поделюсь сейчас своим опытом немного. 5 лет я уже примерно гуляю вот так вот по улицам Москвы по субботам. Представляете, 5 лет каждую неделю эти ребята выходят сюда в свой единственный, как правило, выходной день, чтобы спеть эту песню Харе Кришна. Сейчас немножко расскажу, что же это за песня такая чудесная. Давайте еще послушаем немного. Харе Кришна Махамантра. Она звучит так: Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Очень простые слова у этой песни. И эта песня повествует нам о том, как однажды вечная бессмертная душа покинула обитель Господа, духовный мир, лежащий за пределами этой вселенной, отправившись в эти миры, чтобы с одним единственным вопросом понять, как это можно жить без Бога. Могу ли я быть Богом? Спросила душа и отправилась в эти миры. Здесь, с незапамятных времен, она скитается с одной планеты на другую, рождаясь то в одной форме жизни, то в другой, то женщиной, то мужчиной, то на райских планетах, то на планетах низших. Очень много жизней прошло, и душа вдруг осознала, что, покинув когда-то духовную обитель Господа, она что-то потеряла, и она никак не может вспомнить, что. Душа настолько давно живет в этом мире, что просто забыла о том, кто она вообще такая. Столько ролей, столько рождений сменено было. Как актер, который играет годами разные роли, в конце концов он может просто забыть, а кто он-то сам вообще такой, что ему дорого самому. И вот душа задала этот вопрос: кто я? И милостивый Отец, Господь всех миров, ответил на этот вопрос, дав душе эту песню Харе Кришна. И сейчас, когда душа поет эту песню, слышит эту песню, она начинает вспоминать, кто она, вспоминать о своем вечном доме. Вот о чем поют здесь сейчас эти люди. И это непростая песня. Она состоит из святых имен Бога, Харе Кришна и Рама, в священных писаниях различных времен и народов перечисляется множество святых имен Господа. Их на самом деле попросту миллионы. И это одни из самых высших и сокровенных имен Бога, Харе Кришна и Рама. И вот эти чудесные люди, которых называют в народе кришнаитами, потому что они постоянно повторяют это имя Кришна, они вышли сюда, чтобы спеть эту песню. И кто-то
конечно, сразу задаст вопрос: «Воу-воу, бро, постой-ка, постой, я вообще-то не верю в Бога, я не верю ни в какого Бога, я просто, я атеист, в конце концов, где Бог? Ведь наука доказала, что Бога нет, что все возникло само по себе, теория большого взрыва, теория струны, все такое. Кто изучал квантовую физику, все понимают. Но это интересно, да, что... Интересно, да, вот можно вспомнить смешную фразу, которую раньше говорили в Советском Союзе. Гагарин в космос летал, Бога там не нашел. Бога нет, значит. Вот, это достаточно забавная фраза. Забавная она тем, что... Представляете, нужно было бы облететь весь космос, чтобы действительно удостовериться. А вот наш отец с ребенком, он уже сюда к нам переехал поближе. Да, всего, чтобы удостовериться, что Бога нет, нужно перевернуть всю Вселенную тогда. А вдруг он где-нибудь спрятался за какой-нибудь планетой или звездой, где-то там сидит в уголочке, прячется. В общем, понятное дело, что это смешная фраза, что Бога нет. И самое смешное в ней, знаете что? Что нельзя найти то, что ты даже не знаешь, как выглядит. Если я сейчас вас попрошу, да, в темной комнате найти чупакабру. Давайте найдем чупакабру. Кто ее найдет, тот молодец. И все такие сразу: чего? Кто такая чупакабра? Я не знаю, кто это такая, как ее буду искать. И тот же самый вопрос хочется задать тому, кто летал в космос и не нашел Бога. А что ты там искал? Как ты собирался его увидеть? Чтобы найти Бога, надо знать, где он, как он выглядит, как он проявляется и вообще кто это. И вот самое теперь главное. Нас вот из машин снимают тут. И теперь самое интересное, что Господь не находится в этой вселенной. Как я уже сказал в начале, душа покинула свой вечный дом, духовный дом, обитель Господа, которая лежит за пределами этой вселенной. Поэтому ищи или не ищи Бога здесь, ты его и не найдешь. Просто так. Я думаю, все согласятся с тем, что эта вселенная очень сложно устроенная. Да, даже те, кто, ну, не особо в науке разбирается, все равно понимают, что это очень сложный механизм. Представляете, мы возьмем, если какое-нибудь устройство типа ноутбука, да? Представьте, что мы маленький муравьишка, заползший в ноутбук. Мы не видели, как он создавался, не знаем, из чего он сделан, и мы начинаем его исследовать, ползаем по нему, что-то там нажимаем, что-то там пытаемся понять. И в конце концов какой-нибудь муравьишка говорит: вот я все здесь облазил, Бога тут никакого нет, этот ноутбук сам по себе появился. Но мы-то с вами знаем, да, что этот ноутбук создал какой-то человек на каком-то заводе в Гонконге, в Сингапуре, в Германии, еще где-то. Реальный человек, реальные люди. И очевидно, что он не живет в своем творении, да? Так же и Господь, он не живет в этой вселенной, он живет за пределами вселенной, и он создает миллиарды этих миров постоянно. И чтобы его найти, да, чтобы найти производителя ноутбука, что нужно сделать? Нужно найти телефон для начала. Телефон его офиса или дома, и позвонить ему туда. Начать нужно с этого. И вот интересный момент. Господь, создатель этих миров, он дал нам телефонный справочник, по которому можем набрать
напрямую самому Создателю. И вот эта песня «Харе Кришна» — это и есть тот самый прямой номер, который может связать вас с Богом прямо сейчас. Просто слушайте его. Давайте погрузимся. Люди неподдельно счастливы на улице. Ставьте лайки, дорогие друзья, отправляйте сердечки, это поднимает наш эфир в топе. Больше людей может присоединиться, соприкоснуться с этой чудесной Харе Кришна мантрой. Видите, люди целыми семьями идут, и они безумно счастливы. Потому что из сердца этих кришнаитов исходит такая любовь сильная ко всем. Пообщавшись 10 лет с этими людьми, я вам скажу, никто вас не полюбит так сильно, как кришнаит. Ни папа, ни мама, ни ваши дети, ни близкие не будут вас любить так, как эти люди. И любят они вас не потому, что вы что-то хорошее для них делаете, а просто потому, что они знают, кто вы такие. Они знают, что вы частички Господа, бессмертные души. Величественные и прекрасные, каждый из вас, друзья. И эта мантра, она помогает вам вспомнить об этом. Просто помните ее, слушайте. И пусть она звучит в ваших ушах, в вашем уме. Завтра с утра обязательно повторите «Харе Кришна». Почистите зубы и в зеркало посмотрите и скажите «Харе Кришна».
и весь ваш день пройдет вот так, как сейчас вы видите. Люди начинают уже танцевать, я же говорил, это только начало улыбки, сотовые телефоны — это только начало, сейчас пойдет движуха, люди будут танцевать, и представьте, это вам не какой-то Буэнос-Айрес, где стоит там людям только услышать бит, и они пускаются в пляс, это серая, обычная, угрюмая, неприветливая Москва, вот такая вот, и сейчас с ней будет твориться невообразимое. Когда Москва услышит Хари Кришна мантру в исполнении этих ребят. Счастливо встречают Харинаму.
как я уже и сказал, это тот самый номер, по которому вы можете позвонить прямо создателю этого мира. Если бы мне такое сказали, я бы на вашем месте не поверил. Это все равно, что мне скажут: вот я тебе сейчас дам телефон президента США, да, или английской королевы, или папы римского, и ты можешь ему прямо сейчас набрать и позвонить. Я скажу: да ладно, с чего вдруг? Как я могу позвонить самому папе римскому? Разве он будет меня слушать? Но знаете, почему президент Соединенных Штатов не сможет с вами поговорить вот так напрямую? А потому что он один, а желающих поговорить с ним миллионы. Но Господь Кришна отличается от обычного президента. Он одновременно способен общаться с миллиардами живых существ. Никаких проблем абсолютно. Звоните, говорите: Харе Кришна. Вы знаете, если позвонишь сейчас президенту, даже и не знаешь, а о чем говорить-то вообще, а что спрашивать у него. И вот так же, представляете, можно сейчас Богу позвонить. А о чем говорить? А просто в трубку хотя бы подышите, послушайте его. Харе Кришна, послушайте этот звук. Может быть, у вас есть какие-то претензии к Богу? Поговорите с ним об этом. Может быть, вам что-то нужно? Спросите. Мантру, задавайте вопросы, и ответы тут же придут. Я вам просто вот отвечаю. Произойдет в этот день с вами. Самым удивительным, непостижимым, убедитесь, что вас услышали. Кришна мантра, это песенка, это нечто очень могущественное. Найдите ее, слушайте и просто. И теперь просто танцую по жизни. Ничто не способно омрачить жизнь человека, который повторяет святые имена Бога. Что бы ни происходило вокруг, вы всегда остаетесь счастливыми, спокойными, уравновешенными. Итак, набираем. Харе Кришна, Харе Рама. Hare Krishna.
душа, душа, душа. Давно не видно лайков, дорогие друзья. Не забудьте поставить сердечко под трансляцией, чтобы она поднималась в топе эфиров, чтобы люди подключались, слышали святое имя. Репостите ее в чатах, друзьям отправляйте. На стеночку тоже можно зарепостить. Если у вас есть какие-то вопросы, я вам с удовольствием расскажу про этих чудесных людей, потому что общаюсь с ними уже очень давно. Даже иногда тоже называют кришнаитом, хотя мне далеко до этих святых людей, которые посвящают все свое время служению Богу. Я просто попробовал повторять эту мантру, я понял, что это просто что-то не из этого мира, и до сих пор ее повторяю каждый день. С утра встаю и повторяю эту мантру, и я просто просыпаюсь счастливый, засыпаю счастливый, и каждый из этих людей тоже, они вот так живут. Растят детей, ходят на работу, все то же самое, что у обычного человека, но все это наполнено безумным счастьем. Вот примерно так. Люди в этом мире гоняются за счастьем. Собственно говоря, ради счастья ведь мы просыпаемся, да? Идем куда-то зарабатывать деньги или там что-то вкусненькое съесть, чтобы счастье испытать. Все делаем, чтобы быть счастливыми, но что-то не очень получается, как правило. Много беспокойств, много каких-то негативных вещей в жизни. Иногда люди думают, ну ладно, закинусь наркотиками, и вроде нормально будет. Ну, да, побыл немножко в наркотическом опьянении, потом вышел, понял, что жизнь-то не изменилась, что все это временно. А то, что вы видите сейчас, вот это счастье, вот эти улыбки на лицах людей, они с ними целый день. Никаких наркотиков. Да, существуют разные мифы. У нас тут пока смена
киртане происходит. Чандручара Прабу вступил в игру. Сейчас нас догонит основная музыкальная группа. Хотел сказать немножко о том, что да, существуют разные мифы вокруг кришнаитов. Вообще вокруг религии много мифов, особенно вокруг вот Хари Кришна. Вот, один из мифов, да, люди иногда встречают вот этих людей и видят, да, они просто под наркотиками. Но люди не верят, что так можно счастливо жить, вот так вот. Вот так вот танцевать, вот так вот петь от души. Просто так. Но не употребление наркотиков и каких-либо интоксикаций – это один из железных принципов кришнаитов. Они придерживаются принципов, четырех основных принципов – не насилие, они не едят мясо, они все вегетарианцы, потому что они не желают отбирать жизнь у живых существ для того, чтобы употребить их в пищу. Они не употребляют алкоголь и наркотики вообще. Даже чай и кофе не пьют, потому что они тоже являются некоторым интоксикирующим веществом. Они не участвуют в каких-либо махинациях финансовых, не играют в азартные игры, не лгут. Не лгать – это один из принципов, и они серьезно его соблюдают. И также они не занимаются незаконным сексом, не вступают в, как это называется, в свободные половые отношения. Эти люди блюдут чистоту в своей жизни. Вот, и их строгие принципы можно сравнить разве что с принципами, которых придерживаются мусульмане. Мусульмане – это тоже очень серьезные преданные Господа, которые, как правило, очень чтут законы Бога, чем вызывают уважение, конечно же. Вот, поэтому списать это удивительное счастье на какие-то наркотики невозможно. Сами кришнаиты утверждают, что это счастье приходит, потому что они повторяют каждый день эту Хари Кришна мантру. Я проверил, реально работает. Попробуйте, сами убедитесь. Это место похоже на какой-то... какой-то восточный такой рынок. Есть такие купола. Здесь еще не хватает Аладдина с обезьянкой Абу для полного антуража. Хари Кришна покоряет сердца всех народов. И на самом деле такие группы, они есть во множестве городов мира, и через некоторое время они будут в каждом городе. И у вас будет возможность лично поучаствовать в этом чудесном празднике. Thank you.
А вот один мудрый человек занырнул прям в саму Харинаму. Мне тоже захотелось. Давайте-ка повторим его трюк. Так, все готовы? Сейчас занырнем. Старые друзья присоединяются к нам. Очень рады их видеть. Спасибо, дорогие друзья, за то, что делитесь трансляцией, ставите лайки, сердечки. Это очень ценно для нас. Это вдохновляет нас, это позволяет другим людям присоединяться к трансляциям. Каждый ваш репост — это плюс 100, а то бывает и 500 человек, которые присоединяются к Харинаме. Так что представьте себе, сколько счастливых людей в мире вы можете прибавить, просто нажав кнопочку «Поделиться трансляцией». Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Делаем людей счастливыми, таков девиз кришнаитов. И это счастье не на один день. Каждый из вас, кто сегодня услышал Харе Кришна мантру, обязательно ее запомнит. Завтра вы ее вспомните, и послезавтра тоже. А потом через некоторое время вы сами увидите, как изменилось ваше сознание. Начнете вдруг задавать вопросы о Боге, о том, кто я такой, что такое душа. Начнете интересоваться духовными вещами. Это происходит потому, что сейчас вы на прямой связи с Господом этих миров. Этот телефончик Харе Кришна мантра, запомните его. Кто-то может спросить, а почему именно Харе Кришна мантра, а что других религий не существует? Безусловно, вы правы абсолютно. В свой телефон можно вставить любую симку, МТС, Мегафон, Билайн. И с любой из них вы можете позвонить отцу в любой момент. Никаких проблем. Просто возьмите и
наберите ему. Повторяйте святые имена Господа. Таково пожелание самого Бога. Просто повторяйте. И вы вспомните о нем, вспомните о себе и вернетесь в свою вечную обитель. Как помните, реклама была? Позвоните родителям. Которые только что прошли мимо нас, вот эта пара, идут и поют Харе Кришна мантру, представляете? Давайте-ка тоже петь ее, дорогие друзья. Да, Алена шутит в чате, да, позвонил отцу и такой: здорово, отец, ну что, давно я не был дома. Отец говорит: возвращаешься домой? А ты такой: ну, а можно я еще? А ты такой: ну, да нет, я тут еще с друзьями потусую. Ну, потусуй, потусуй, говорит папа. Однако человек, соприкоснувшийся с этой Харе Кришна мантрой, он больше не сможет быть спокойным, не повторяя ее. Это тот самый вкус, который душа ищет уже испокон веков. Движуха, и как каждую субботу, а еще и в среду тоже выходим на проспект Мира и на станцию метро Курская. А еще, представляете, в Москве действует 10 таких групп сейчас, и каждый день где-то проходит такой праздник. Этого мало, нужно, чтобы каждый день проходил в 10 местах как минимум. Вот, поэтому присоединяйтесь, дорогие друзья, вдохновляйтесь участвовать в Харинаме.
Начать надо с того, чтобы попробовать повторять Харе Кришна мантру. Кто только присоединился, хорошего дня, отличного настроения. Мы тут поем Харе Кришна мантру. В каждом из этих людей, которых вы видите на экране, стоит целая история. Это настоящие личности, которые своим разным путем пришли сюда. Очень разные судьбы, очень разные люди, и тем не менее они объединены здесь одной целью – воспевать эту Харе Кришна мантру на улицах городов, чтобы делиться ею с другими, потому что они попробовали ее в своей жизни. Они изучили древние священные писания и поняли, что нет ничего более могущественного, чем просто повторять святые имена Бога. У каждого из этих людей есть семьи, родственники. Есть еще один миф о кришнаитах, что они только и делают, что поют Харе Кришна мантру. Но на самом деле это в каком-то смысле так, они ее повторяют постоянно, с утра, по дороге на работу, с работы, когда чистят там овощи, не знаю, ложатся спать, да в общем везде. Потому что она доставляет огромное наслаждение. Попробуйте, тоже не сможете остановиться. Но на самом деле, как я уже говорил, у каждого из них есть семьи, дети, вот видите, это эти люди, да, они также занимаются, как и мы с вами, разными сферами деятельности. Вот, но все свое свободное время они посвящают служению Богу.
все свое свободное время. Они не идут в рестораны, там не идут лежать на диване или еще что-то подобное. Они идут на улицы, чтобы поделиться со всеми тем опытом, который у них есть. Просто так, потому что они вас любят. А знаете, почему они вас любят? Потому что они Бога полюбили. Тот, кто связался с Богом и понял, что Господь, Отец всех живых существ, несомненно, полюбит и всех людей. И в этом самая-самая центральная часть и суть религии, любой религии, любовь к Богу. Религо на латыни означает связь с Богом, связь, связывать. Видите, даже не вставая, можно присоединиться к харинаме. Есть синоним слова «религия» на санскрите – йога, слово «йога». Все слышали это слово. И йога – это не какая-то гимнастика, это не когда люди там стоят в разных позах, раз странных. Йога тоже означает связь, связывать душу и Бога. И в этом суть религии. Все, что способно связать вас с Богом – это религия. А все, что выглядит как религия, но не связывает вас с Богом, если у вас не возникает любовь ко всем живым существам, это не религия, это что-то другое. Иногда люди в комментариях, да, или где-то в соцсетях пишут, вот сектанты какие-то ходят тут, ерундой занимаются. Но если бы вы встретились с каждым из этих чудесных людей в реальности, вы бы просто, вы не сдержали бы просто улыбку, у вас бы улыбка расползлась на все лицо, вы бы почувствовали, как они любят вас больше, чем вас, ваш папа, ваша мама, ваши дети, потому что эта любовь берет свое начало в самом Боге. Мой духовный брат Ананта Гопа жалуется, что ему дали барабан, а он хотел танцевать. Сейчас мы Ананта Гопу освободим от этой ноши, и вы увидите, как он чудесно танцует. Yeah.
Мы сейчас находимся на станции метро «Чистые пруды», а вот и Анантагоп опустился в пляс. Вот что происходит с душой, которая обретает счастье в сердце. Она просто танцует и поет. Ваши лайки, дорогие друзья. Вот и прохожие присоединяются. А почему бы и нет? Неважно, кто ты, мусульманин, христианин, буддист, кришнаит. Может быть, ты патеист или вообще панк. Любой может повторять Харе Кришна мантру и быть счастливым. Дорогая Аня, что поделились. Да, очень здорово, что вы тоже там танцуете и поете. Давайте все, друзья, присоединяйтесь. Где бы вы ни были сейчас, со смартфоном в руке, давайте потанцуем немножко. Я тут тоже на самом деле танцую за кадром, вы этого даже не видите, потому что мы используем супер продвинутую систему стабилизации Osmo Mobile. Спонсор нашего показа DJI Osmo. Шучу. Спонсор нашего показа на самом деле ваше благословение, ваша любовь. Мы здесь ради вас, дорогие наши друзья. Откуда вы бы ни подключались, мы очень рады вам. Народ к нам и офлайн здесь тоже подключается, как видите. Да, напомню, мы сейчас на станции метро «Чистые пруды». Пойдем по Чистопрудному бульвару вдоль, собственно, Чистого пруда. Как не неожиданно бы это звучало. Вот, и... О, я смотрю, к нам на трансляцию подключился мой дражайший друг Стас Васильев.
Стас Васильев, знаете, что это за человек, что это за великая личность? Это та личность, которая создает самые крутейшие фотки. Просто реально, это потрясающе талантливый человек. И если вы пройдете по ссылочке в группу, с которой сейчас идет трансляция, Гаура Шакти, зайдите в фотоальбом и не поленитесь. Посмотрите фотографии из Харинамы, и вы просто утонете в нектаре красоты, которую снял Стас. То, что вы сейчас видите на видео, вы увидите это снятое в моменте Стасом. И я уверен, что вы захотите отправить эти фотографии своим друзьям просто так, потому что так супер красиво. Вся слава нашему Стасу. Ждем, ждем, дорогой друг, на Харинаме. Сейчас вы видите Алину. Алина у нас чудесная. Алина у нас чудесная певица и танцовщица, а еще она работает стюардессой в компании Аэрофлот. Как я уже говорил, каждый из этих людей, у каждого из них своя история, жизнь, да, как у обычных людей. Они работают. Где бы они ни были, они повторяют Харе Кришна мантру. Поэтому они такие счастливые. Харе Кришна! Кришна! А у нас киртан теперь ведет Махамантра Дас. Кому, как не Махамантре Прабу, вести этот киртан? Поезд, человек в последнем вагоне снимает уходящую Харинаму. Вот душа соприкоснулась со своим вечным домом, и теперь она будет скучать по нему очень сильно, и через некоторое время обязательно вернется. Господь подскажет, как вернуться.
счастливая душа. Точно все хорошо. Сейчас мы собираемся сделать остановочку, снова потанцуем. Дорогие друзья, я понимаю, что ваши пальчики устали нажимать лайки, сердечки, но прошу вас от души, давайте еще немножко поспамим сердечек в чат. Одно уставшее сердечко вылетело, я видел, вот еще. Могу вам раскрыть имена впереди идущих девушек. Слева Никунжа Васини. По центру Критамала. И справа наша ведущая танцовщица Ирина Меркулова. Мы очень хотели бы рассказать вам на самом деле о каждом. О каждом из этих чудесных людей. И как-нибудь понемножку на трансляциях мы расскажем, чтобы вы познакомились с ними, поняли, что это за люди, как они вообще пришли к этому. На самом деле вы сможете услышать в их историях историю своей жизни. Обычный человек, да, жил не тужил и вдруг обрел такое вот счастье и мир в душе.
танцо, потанцуем, let's dance. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши сердечки, лайки, комментарии, за то, что вы с нами. Огромное вам спасибо. Пусть ваш день, ваша неделя, ваш год и вся ваша жизнь сложится самым удачным образом. Повторяйте Харе Кришна мантру. Также хочу прославить нашего чудеснейшего ведущую трансляции Татьяну Нырко. Я сейчас уйду. На самом деле я просто заменяю Татьяну. Она отлично танцует и воспевает Харе Кришна мантру. Я так не умею, поэтому я тут за кадром болтаю с вами. Татьяна же чудесная, талантливая, прославленная во всем. И, может быть, на следующей трансляции мы услышим ее комментарии. Задали интересный вопрос, репетируем ли мы перед Харинамой и сколько времени это занимает. На самом деле никаких репетиций. Все, что вы видите, это наработано годами воспевания на улицах Москвы. Конечно, наши музыканты, они поют каждый гораздо чаще, чем раз в неделю. Воспевают в храме, дома, в гостях. Сегодня, например, вся наша группа поедет за город, на дачу. И не просто для того, чтобы валяться в траве под солнышком, а тоже петь Харе Кришна мантру. Там, конечно, будет особый экстаз, огонь. А вот к нам присоединился господин, который тоже хочет потанцевать. Да, как говорится, красота и изящество, оно от природы присуще женщинам. Наши замечательные вайшнави, они просто от природы обладают такими талантами красивых танцев. И здесь, да,
Сплоченность приходит во время практики. Наша несравненная Матаджи Шветадвипа распространяет всеми любимые шарики. Последние шарики остались. Было целых 3 коробки огромных. Наши любимые сладости, которые людям очень нравятся, это необычные кокосовые шарики. Они сделаны нами вручную. Они предложены на алтаре самому Господу Вселенной. Все, с чем соприкасается Господь, все, что Ему предлагается. А предложить Ему можно все, что угодно. Все, что у вас есть, можете сказать: «Кришна, прими, пожалуйста, это вот то, что у меня есть. Хочу отдать это тебе». И Господь принимая это, возвращает нам это 100 раз своей любовью. И вот в этих вот сладких шариках заложена огромная, потрясающая сила любви. Люди, однажды попробовав даже такой шарик, они меняются. Просто на корню человек может поменяться. Что же говорить о том, кто хоть раз услышал эту Хари Кришна мантру? Все, пути назад нет, вы обязательно вернетесь в вечную духовную обитель. Верите вы это или не верите? Спасибо, дорогие друзья, вижу, делитесь трансляцией. Спасибо вам огромное. Это большое благо для всех живых существ в этом мире. Конечно же, за этой красотой и изяществом, за этими чудесами, которые здесь происходят, лежит огромный труд. То, что мы видим, это лишь айсберг, да, вершина айсберга. Под ним огромная ежедневная духовная практика, работа над собой. Каждый из этих ребят каждый день задает себе вопросы: как я могу стать лучше, как правильно построить отношения с каждым живым существом. Они шлифуют свое сознание. И главный элемент этого процесса — каждый день повторять «Харе Кришна, Харе Рама». Thank you.
Тоже хочу потанцевать с моим братом. Все верно, Андрей, девушки, юноши раздельные. Это, как знаете, разделять плюс и минус. Если замкнуть плюс и минус, получается большая вспышка. Женские и мужские энергии в цивилизованном обществе всегда старались разделить, чтобы люди жили спокойно, ум был спокоен, никто не беспокоился друг о друге. Женщины общаются с женщинами, мужчины с мужчинами, и когда между кем-то вспыхивает искорка, можно заключить брак. Да. Так живут цивилизованные люди. И это прекрасно. Мы тут с вами находимся между двух огней, между двух полюсов. Любви. We'll be right back.
понемножку сворачиваем наши танцы здесь. Сейчас мы начнем собираться в путь. Двинемся дальше. Наш киртан разгоняется. Ого, представляете, наш знакомый в начале Харинамы, помните, видели там? Вот, видите, на самокате, да, который к нам присоединился. Он все еще с нами. Правильно написала, да, цитату из Бхагавад-гиты, Великого Священного Писания. «Отбрось все религии, просто предайся мне, говорит Господь». Сарва харма парити аджа, мамы кам шаранам враджа. Так говорится в Бхагавад-гите. И это означает, что есть на самом деле только одна высшая религия – это любовь к Богу. И как мы уже говорили, любовь Бога распространяется на все живые существа, независимо от того, человека ли это, крошечный муравей. Господь любит всех, и Он всех ждет, когда же мы вернемся в Его вечную духовную обитель и будем вместе с Ним петь и танцевать. Вы знаете, Господь — это не какой-то скучный дедушка на небесах, который швыряет молнии. Бомба, братан! Бомба, братан, вот так вот. Так вот, Господь — это вечный юноша, талантливейший, источник всех талантов, всей красоты, славы, величия. В духовном мире не скучно. Говорится, что в духовном мире каждый день праздник, каждое слово — это песня, и каждый шаг — это танец. И в этот век Господь прочертил очень прямую дорогу назад. Он сказал, в этот век вражды и лицемерия, когда люди забыли о своих традициях, ценностях, а забыли о том, кто они такие. И век, когда никто особо не поклоняется больше Богу. Он говорит, просто воспевай мои святые имена, и ты вернешься ко мне. И поэтому эти ребята выходят и поют Хари Кришна мантру на улицах городов, чтобы каждый мог услышать их, вспомнить Бога, вспомнить себя. Когда Иисус Христос приходил на землю, Он сказал то же самое. Отбросьте все эти религии. Хватит поклоняться кому попало. Просто возлюбите Отца Своего. В этом суть религии. Пророк Мухаммед говорит о том же самом. Возлюби Аллаха. Все религии даны Богом. Они все едины.
Можно совершать множество ритуалов, не понимая зачем. А можно понять одну простую истину. Возлюби Бога. Этот суровый бородач, мой друг, Денис Боровок, гениальный бас-гитарист. Тоже кришнаит, да еще какой. Каждый день Денис повторяет не менее двух-трех часов махамантру. Махамантру Харе Кришна. Представляете, каждое утро повторять 2 часа Харе Кришна. Да, собственно, всех, кого вы здесь видите, так и делают. Повторяют Харе Кришна постоянно. А если вы попробуете хотя бы один раз в день повторить Харе Кришна, вы наполнитесь бесконечным счастьем. Пишут в чате: воистину люди этого мира потеряли себя, пытаются найти себя в самых разных странных формах самовыражения, а кто-то, отчаявшись найти счастье, просто ныряет в бутылку, но у бутылки такое узкое горлышко, что-то не очень получается туда нырнуть. А на самом деле надо просто открыть свои уши, слушать и повторять святые имена Бога. Дети открыли Бхагавад-гиту. Вау! Конечную точку нашего сегодняшнего путешествия. Заключительный танец. Включайте погромче свои колоночки. Давайте потанцуем напоследок.
вернулся, вернулся. Танцуем, друзья! Возможно, нам сегодня осталось жить последний день. Кто знает, когда придет это мгновение. Давайте каждую секунду будем погружены в счастье. Будем думать о Боге и повторять Его святые имена. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Так вот, мы выжили 100%, надеемся, из нашего сердца порадовали вас, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы были с нами. А у нас тут Маха Обнимаха! Звучит лучший из языков древний санскрит, божественный язык, на котором говорят самые возвышенные личности всех миров. И Харе Кришна мантра, звучавшая сегодня, да войдет в ваше сердце и ум, повторяйте ее каждый день, запомните, Харе Кришна. А у нас общее фото. Наши герои запечатлеют себя для истории. Вот. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Спасибо вам огромное. Мы были рады поспевать вместе с вами. Прощаемся до следующей субботы, наверное. Возможно, выйдем в эфир в среду. Если наша чудесная Татьяна согласится провести трансляцию, если нет, то точно в субботу 100% будет ли дождь на улице или там, не знаю...